Всем привет! А мы уже вещаем из Дубая, мы вернулись. Кое-кто зашел в магазин детский, смотрите на ее лицо. Любимые детские магазины. Вот здесь уже Софийка в рок-ботов играет. Это надо, чтобы... Давай. Давай, вот Никуша будет играть с колясочки. Смотри, как можно проиграть в роботов. Короче, ребята, это классный очень магазин здесь. Здесь можно, вот видите, там роботом поиграть, там. Можно потестить все игрушки. Ника и София обожают магазин. Ну вот. Сейчас здесь. Мальчики там ее. Поставим пока девчонок, пускай играют. Мальчишки, что вы тут нашли? О боже. Вот такую акулу они нашли. Вот это да. Саша, Саш, я предлагаю тебе взять, и я сделаю классное фото. Давай, Саня. Давай, такая классная винтовка. Туда немножко подправь. $200, чтобы вы понимали. О, да, Саня. Злостное лицо, Сань, злостное. Немножко на меня направь дуло. Вот, вот это я понимаю, классно. Взяли фотографию, Саша. $400. Вот это акула, $400? $1400 дирхам. Вау. Папа, буй не кушай, она вылезла с кого в коляске. А как их стрелять от сени, ты знаешь? Холостыми. Вот. Вот это пизрядка. Короче, вот так. Понял, как стрелять? Туда, обратно. А, обычно меговский, да? О, нет, элитовский. Да. За три. Да. Вот. Короче, вот так, смотрите, сколько много нерфов. Сань, ну тут, я понимаю, вам нравится, да? Очень. Вообще, ребята изучают. Папа, тебе самому понравилось, я поняла, да? Акула классная. Акула классная. Ну что, идем дальше. Она девчонки, внимание притягивает, девчонки, поэтому ее поставили на центр. Роботов изучают. Продолжаем. Прикол такой, то, что был Коля говорит, Ника, пошли куклы посмотрим. Ника играла с пультом от машинки. Бросает и бегом, бегом побежала. Вон смотри, туда. Смотри, какие машинки. О, папа, вот такую нам машинку надо по размеру. Смотрите, на двоих. Вот, ребят, вот они реально большие. Вот такая. Садится два больших ребенка. Коль. Нам надо вон. Она маленькая, обрати внимание. Вот смотри, какие классные машины, Саш. Ламборгини XXL. За сколько? 6000 дирхам. Вот. Либо вот Коля такой Мерседес. Нормально. Какой эскалатор. Экскаватор? Экскаватор, да. Экскаватор очень чудо, даже прикольный. Ну, мотоцикл такой, как у нас. Такой неинтересный. Я пошел в Crybabies, она уже там. Все, ребят, мы пошли в куклы. Классно, я обожаю вот эти магазины в Дубае. Игрушечные у нас такого, ребят, нет, к сожалению. Только если где-то на заказ, и то долго ждать. Вот всякие мотоциклики, самокаты, очень карты классные. Вот это очень классно. Есть, да? Жалко, что у нас такое, надо только на заказ где-то искать. Мы сейчас уже немножко посмотрели фонтаны, пошли в Бурдж-парк. Наша Никуша уснула. Смотрите, малыш уснул. Вот сейчас будет очередное представление. Смотрите, поднялись уже. Уже поднялись. Видите, фонтанчики. Еще рано, куда? Сейчас будет представление. Еще 6 минут. 6 минут, Саша говорит. Что, кто не знает, представление идет каждые полчаса. То есть, вот, начиная с 6 вечера, каждые полчаса до, по-моему, до последнего 23:30, если не ошибаюсь. Где-то гуляет Софийка. Вот побегает по Бурдж-парку, вот она идет к нам. Ну что, как дела, зайчик? Сейчас будет новое представление. Представляете, композиция «Калинка-малинка». Я такого не ожидала. Просто в шоке. Кстати, я не видела за это ранее. Очень. Да? Так, ребята, мы уже приехали домой. Сегодня Ники еще купили куколку. Она выпросила Барби с ребенком. А были мы еще в Карфуре. В Карфуре, да. И Саша
нас уговорил, можно сказать, купить. Какой Саша, у меня а есть. Кто? Это было вообще-то из Гарика. Что у тебя есть? Это моя щетка. Это Софина. Да не твоя. Моя, мне ее изначально. Короче, покупали. Саша использует Софину базу. И что, так у ее насадка есть, она ее тоже может использовать. Итак, вот такая у нас теперь мама будет домашняя сказала, база щеточная. Я думаю, использовать будут теперь все. Арсений уже пробует очистку для ее лака. Ника, не стучи так громко. Мам, там щетка. Так, смотрите. Аэратор. Аэратор здесь у нас. Обычная щетка. Нам не повезло. Саша еще сегодня купили айфон. Мама, нам не повезло. Это чехол. Я знала, что это такая будет. Переходник у нас просто есть. А это не тройная. Это айфончик. Что там еще у нас? И наушники. А это такая. Да, арабская розетка. Не повезло, ребята, у нас есть немного. Переходник. Почему ты? Ну, переходничок есть, да. Придется только с переходником и заряжать. Так, вот водичку сегодня зальем. На ночь уже можно почистить зубы. Будет. Смотри, как прикольно. Итак, сколько у нас здесь насадок? 4 аэратора. Это для водой. И раз. Три. А это что такое? А это что такое для щелей? Да, между а зубов три и насадки. У нас Саша есть насадка такой насадочки. И гвоздики. Большой. А мама, вот такой у нас нет. Мама. Да, Лялечка? А что? А, ты хочешь стульчик сделать? Нужно вот эту штуку, я так понял, прикрутить, да, вот этими вот. Ну, это, наверное, к какому-то месту, если тебе надо. А если не надо, нет. Очень удобно, смотрите. Для каждой щеточки вот есть такое вот место. Вот, то есть, хоп, чтобы не путаться, и на каждого члена семьи, на четверых. Жалко, что у нас, конечно, вернее, отлично, что у нас шесть, но жалко, что эта штука на четверых. Саша его проверяет. Вот такая же. Да? Да? Саша с вами. Да, Саша, Арсений, я и папа. Да, почти поремонтировать. Вот такой у нас требовательный малыш. Крикливый, громкий очень. Малыш. Не очень он громкий. Сашка, помоги. Что-то у меня не получается. Эту тучку. А вообще сейчас уже пора ложиться спать. Уже, если честно, 11 час. А мы только явились мама, домой. Папа еще все за водой пошел. Да, это Саша заходил в Сифору. Искал к вам какой-то дивный запах. Саш, нашел? Нет. Как не нашел? Ты сказал, нашел. Мне мама говорит, закажи. Ну, нашел, да. Нашел, говоришь, нет. Но нашел, ты... только тут его сложно будет найти. Ясно. Он тут помеченный будет, оранжевым. Да что он просто оранжевый. Хорошо. Ясно. Ладно, спокойной ночи, ребята. Пошли мы спать уже. Давайте, детишки, спать. Чистим зубы спать.